Всем привет, меня зовут Саша Макеев, и сегодня мы поговорим про одни из самых технологичных, качественных и продуманных лонгбордов, которые есть на рынке. И речь пойдет про компанию Loaded Boards. Компания появилась в начале 2000-х в Калифорнии и начинала свое производство с выпусков лонгбордов для карвинга. Сейчас модельный ряд компании охватывает практически все стили и направления, которые есть в лонгбординге. Свою первую модель для карвинга компания выпустила в 2002 году. Она называется Loaded Vanguard. Этот лонгборд симметричной формы имеет очень приятную гибкость, ярко выраженный кемберный прогиб, который позволяет получить максимальную отдачу во время катания пампингом и карвингом. Эта модель выпускается в 5 различных флексах. Каждый флекс рассчитан под определенный вес райдера. Вот, например, этот 5-й, самый гибкий. Следующая модель, про которую мы поговорим, называется Loaded Dervish. Первый Dervish появился в 2007 году. Этот лонгборд позиционируется как доска для разных стилей катания. В наши дни эта модель выглядит вот так. Она имеет симметричную форму, занижение дроп-тру, что делает ее более стабильной на скорости, выраженный кембер, который помогает получить хорошую отдачу во время карвинга и пампинга, небольшие, но функциональные киктейлы, которые можно использовать для различных элементов фристайла. Также она подходит для денсинга и для обычного катания. В отличие от предыдущей модели, Dervish уже имеет 3 флекса, каждый из которых также рекомендован под определенный вес райдера. Следующая модель называется Tantien. По сути, Tantien – это укороченная версия предыдущей модели Dervish. Все такая же симметричная форма, имеется занижение дроп-тру, небольшие, но при этом функциональные киктейлы. Ее самое главное отличие от Dervish в том, что доска имеет более жесткий флекс и более короткую базу. Tantien также выпускается в 3 различных флексах. Например, у нас сейчас флекс 1 – это самый жесткий флекс, 2 остальных флекса более гибкие. Все это позволяет использовать доску для более техничных элементов фристайла и для различных слайдов. Также она отлично подойдет для обычного катания. И возвращаясь к вопросу универсальности, следующая модель, которая называется Tesseract. Tesseract появился в 2013 году. В отличие от предыдущих моделей, эта доска жесткая. Она имеет симметричную форму, большие функциональные киктейлы, есть возможность менять ширину колесной базы, достаточно высокие wheel flares, вот эти вот колесные арки, которые позволяют устанавливать колеса достаточно большого диаметра. Рокерный прогиб, V-concave, все это позволяет использовать доску для различных стилей катания. Вы можете на ней делать слайды, делать различные трюки, ну и просто кататься по городу. Нижний слой доски сделан из шпона пробкового дерева. Помимо необычного вида, пробка еще хорошо поглощает вибрации во время катания. Впоследствии было выпущено еще 2 вариации Tesseract. Одна из них называется Truncated, другая называется Cancellated. Обе эти модели жесткие, имеют точно такой же прогиб, есть возможность менять колесную базу. Cancellated имеет большой функциональный киктейл, на нем можно кататься как по городу, так и использовать его для фрирайда. Truncated – это уже более облегченная версия, у нее нет никаких киктейлов, и этот лонгборд отлично подойдет для даунхилла. Ну а теперь давайте поговорим про более компактные доски, которые есть в линейке Loaded. Первая модель называется Loaded Poke. Небольшой круизер, который имеет хороший функциональный киктейл. Им можно пользоваться при катании по городу и для преодоления различных препятствий. Узкая база, что делает доску более маневренной и отзывчивый. Следующая модель называется Loaded Contaka. По сути, Contaka – это увеличенный скейт, но в отличие от скейта она имеет более прогрессивную форму, которая позволяет устанавливать колеса до 65 мм, не используя никаких проставок. Отличный вариант как компактный круизер, так и как доска, которую можно использовать при катании в парках и пулах. И еще одна модель, про которую я вам расскажу, называется Overland. По сути, Overland – это гибрид. Он восполняет промежуток между Tesseract и Contaka. Этот лонгборд имеет хороший функциональный киктейл, хороший ноус, есть достаточно высокие колесные арки, которые позволяют ставить колеса большого диаметра и не терять при этом в маневренности. Overland отлично подойдет как для скейт-трюков, так и для флэт-трюков. Его можно использовать для легкого фрирайда и слайдов. На Overland также есть возможность менять колесную базу, делать ее более узкой, чтобы было удобно делать какие-то скейтовые трюки, либо
широкой, как она установлена сейчас, чтобы было удобно катать какой-то легкий фрирайд и делать слайды. Все лонгборды Loaded комплектуются колесами Orangutang, подвесками Peres, но при желании вы можете собрать свой собственный комплект, используя другие комплектующие. Более подробно со всеми характеристиками вы сможете ознакомиться на сайте магазина траектория.ру в разделе лонгборды, выбрав бренд Loaded. Ну а на сегодня это все. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Предыдущее видео здесь. Пока.